Девчонки, как вас зовут? Меня зовут Вика. Меня Женя. Вот вы живете здесь, в Докучаевске, да? Да. Вот расскажите, как вам тут живется? Часто ли украинская армия стреляет по вам? Очень, очень часто. Нам здесь живется хорошо. Ну, то есть, несмотря на то, что обстреливают, да? Да. А вот здесь дом, мы видим, что на стене следы от попаданий, да? Вот когда это было? Расскажите. Это было прошлой ночью. Попадала здесь очень часто возле этого магазина. А вот Порошенко говорил, что дети Донбасса сидят в подвалах и не учатся. Ну, я так понимаю, это тоже вранье все. Это вранье. Мы учимся, каждый день ходим в школу. Не страшно ли вот живете под обстрелами? Ни капельки мне не страшно. Жене нет, и мне не страшно. То есть уже привыкли, да? Уже привыкли к этому. А что бы вы могли сказать своим сверстникам, вот кто живет на той территории, да, вот кто живет на Украине? Вот они же не знают, да, что здесь происходит. Что бы вы могли им сказать? Я бы могла им сказать, чтобы они учились и не двойки не получали, как я. И чтобы они не слушали своих родителей, чтобы они не стреляли по нам и не учились воевать. А что бы вы могли сказать Порошенко, вот тот человек, который отдает приказы стрелять по вам, по детям? Я бы ему сказала, чтобы он не говорил эти слова всем, чтобы он успокоился. Он паразит, он всем говорит это. Да, Вика?